Зная, на что тифоны способны и не способны, кажется разумным пересмотреть материалы проекта Кобальт. Эгве? Нейромоды способны адаптировать данные тифонов к разуму человека. Теоретически нет причин, чтобы не сработало обратное. Допустим, вы сможете встроить нейроны человека в тифона. Как вы поймете, что это сработало? Нейронная структура должна будет развиться в результате реального опыта. Или смоделированного. Что? Смоделируйте опыт. Кальвина, он... Ладно, это потрясающе, но давайте сосредоточимся на том, что точно работает. Я не могу выделить на это ресурсы. Исследование завершено.
Вы уверены? Знаете, еще не поздно выкинуть все это из шлюза. Уверена. А вы сомневаетесь? Нет. Я с вами, но... Это же не я иду на преступление. Мне в любом случае ничего не светит. Я стараюсь об этом не думать. Сочувствую. Вы закончили приготовление? Митчелл согласен. Он принесет мне еду. Подробности мне не нужны. Так будет лучше. Это должно случиться в вашу следующую смену. Я все сложила в коробку для сувениров. Она в моей каюте. Нужно, чтобы об этом говорили из каждой розетки. Ясно. Квинтон, будьте осторожны. Охрана следит за мной пристальнее, чем обычно. Алло, доктор Келструп? Вы не отреагировали на мою просьбу показать контракты добровольцам? Анна, у вас же выходной. У меня было свободное время и... Я же сказал, что контракты опечатаны. Я ничего не могу сделать. Нет, в конце концов, это же я нажимаю на кнопки. Слушайте, я все понимаю, честно. Вам тяжело, вы же в конце концов человек. Я просто хочу удостовериться. Поверьте, все, что мы делаем, полностью законно. Потому что Талос в ничьей-либо юрисдикции. Здесь нет законов. Анна, вы устали. Это влияет на ваше суждение. Я долго закрывал на это глаза, но с меня довольно. Вам необходимо отдохнуть, понимаете? Да, доктор Келструп. Понимаю. Хорошо. Слушайте, из-за вас я опоздал на встречу с Алексом. Внимание! Целостность костюма нарушена. Сканирование завершено. Доступен новый пилотный навык. Район чист. Выдача операторов возобновлена. Запрос нового оператора. Медоператор Тамшар, класса пирамида 490, готов. Не заденьте проем. Я вас не заметил. Диагностирую. Болезни и травм не обнаружено. Боюсь, от меня вам прока не будет. Разве что вас интересуют врачебные факты или шутки. Доктор Ю. Здравствуйте, доктор Ю. Смотри как следует. Все, что происходит на Талосе, началось здесь.
Вначале у тебя было столько энергии. Я совершил ошибку, когда отправил тебя на испытание. Именно тогда мы отдалились друг от друга. Теперь мы больше знаем об их целях, о том, что они создают. Мне просто нужно больше времени. Этого я и боялся. Перед тем, как их убили, ученые проводили какой-то эксперимент. Во время эксперимента доступ к Сагите закрыт из соображений безопасности. Вы должны закончить то, что они начали. В 60-е и 70-е ученые пытались установить контакт с тифонами. Оказалось, что это невозможно. Их мозговые структуры хорошо развиты, но почему-то не допускают коммуникации. У них нет речи, нет языка. Кажется, они нас даже не видят. То есть так, как видим себя мы сами. Говоря «мы», я обобщаю. Я ведь не человек. Я не такой, как вы. Проводится обследование. До окончания процедуры объявляется карантин. Передвигаюсь. Исследование завершено. Изучаю. Ваш костюм поврежден. Могу я получить? Ремонт завершен. Зал небезопасен. Внимание! Смотровой зал небезопасен. Внимание! Смотровой зал небезопасен. Внимание! Смотровой зал небезопасен. Смотровой зал небезопасен. Внимание! Смотровой зал небезопасен.
безопасен. Люди склонны наделять человеческими чертами все, чего не понимают. Тифоны убивают нас без колебаний. Но не потому, что они злые. Они просто не могут иначе. Знаешь, что мы узнали? У них нет зеркальных нейронов. У них столько чудесных способностей, но они, в отличие от нас, не могут сострадать другим существам. Yeah.
Автоматические турели ликвидатор. Последние линии обороны Транстара. Хлипкие, но их легко изготовить. Лучшее, что в них есть, встроенный психоскоп. Они могут отличать людей от чужих. У вас проблем быть не должно. Вы же человек. Исследование завершено. Эй! Эй, там! Нужны пушки? Патроны? Я видел, как один из этих ученых заходил в оружейную. Видел, как он вбивал код. Вытащите меня отсюда, и я вам его сообщу. Меня зовут Аарон. Аарон Инграм. Я знаю, что моя жизнь и двух дохлых сверчков не стоит, но никто такого не заслуживает. Ну? Что вы там читаете? Мои судимости? А? Клянусь могилой мамочки, это все вранье. Это для того, чтобы вы нажали кнопку. Так, ладно. Слушайте. Врать не буду. Кое-что из этого может и правда. Я наделал ошибок в свое время. Но это неправильно. Ну же, вы должны выпустить меня отсюда. Вот о чем я говорю, дружище. О человеческом достоинстве. Вы единственный человек, который был ко мне добр. Я не забуду этого, клянусь. Если вам еще нужен код 8714. Полно добра. Может, и пистолет найдется? Он плохой человек, но вы все равно его освободили. Вами руководило сострадание или что-то еще? Лично я могу выбирать только то, что приближает меня к цели. Тифоны могут только убивать и уничтожать, но вы человек. У вас есть выбор.
Слушайте, наткнетесь на этих парней в зеленых комбинезонах? Берегитесь. Они вовсе недостойные люди вроде нас. Но когда вы сможете заняться пробоиной? Я как раз туда направляюсь. Как думаете, что там случилось? Трудно сказать, не глядя. Возможно, микрометеориты пробили дыру. Редко, но случается. Ясно, хорошо. Надеюсь, так и есть. Вы что-то от меня скрываете? Нет, конечно. Просто на этом складе лежат засекреченные экзотические материалы. Нам очень нужен доступ к нему. Понимаю. Доктор Ю. Доктор Ю. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. Ваш костюм немного изношен. Справлюсь. Работа выполнена. Куда? Вы не откроете спасательную капсулу Алекса без... Секунду. Кто вы? Назовите...
это январь. Этот оператор старая, дефектная модель. Или что похуже. Алекс и Тифоны, все они против вас. Верьте себе. Верьте записи, которые сделали. Нужно найти ключ-активатор. И пока не поздно, уничтожить Талос-1. Гравитация. Эти туннели пронизывают станцию. В них находятся системы подачи электричества, воды, воздуха. Операторы также доставляют по ним припасы из грузового отсека в Дендрарий. Персонала здесь немного, поэтому тифонов также должно быть мало. Но рассчитывать на это не стоит.
Обследование завершено. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Исследование завершено.
Угроза жизни. Солнце вас поджарить. Надеюсь, генератор еще цел. Ради вашего блага. Я-то буду в порядке.
информация. Приближается плазменный фронт. Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через 5, 4, 3, 2, 1.